Всем привет, друзья! У нас сегодня вот такой вот солнечный денек. У меня начинает распускаться цинния. Еще маленькая, конечно, но уже начинают. Вот. Уже начинают. Жду не дождусь, очень люблю цинии. Теплицу я уже открыла. Сегодня вечер. Что говорю? Сегодня день. Обещает быть жарким. Уже потому что припекает. Хотя время еще 7 нет. Сегодня хочу посадить кинзу. Вчера место освободила. У меня всходит шпинат. Дружненько. Очень этому рада. Вон березка затесалась. Я же тут еще не полол нигде. Вот, междурядьев я имею в виду. У меня всходит амарант. Видите, такой розовый, бордовый, непонятно какой. Амарантик сходит. Вот. Ну вот, базилик. Что-то в этом году сходит непонятно. Странно. Тут вот 3 штучки в этом ряду. В этом ряду 2 штучки. Но в этом году... Ой, в этом ряду чуть побольше. Ну ничего, ладно. Сколько есть, только есть. Что теперь? Может быть, подсажу? Не знаю, посмотрю. Так, у меня сейчас того года остался, потому что... Поэтому я не очень страдаю. Сегодня мне нужно будет дорожки сгрести, которые я вчера вот обочины. Дорожки-то я сгребла, а вот обочины вот по это самое, по порубал, и вот они валяются. Пока. Вчера не хватило у меня уже времени. Да и жара была, жара не дает много делать. Так, огуречки вроде как подтянулись. Заметно, да? Даже вон усик дал. Наконец-то. Вот, так-то они прям вот выровнялись. Эти вот, конечно, похуже. Но тут вот куры задолбали. Когда они еще маленькие были, вот они все листочки покоцаны. Вот, видите, что все листочки обдолбили. Вот, ну ничего. Вот. Такие у нас огуречки, да? Здесь тыковка. Растет помидорка, колосится. Вот завязи пока нет, такое ощущение, что она жирует. Честно слово, ну посмотрим. Начинает цвести так ровненько, ну как ровненько, ну да, ровненько можно сказать, на каждом кусточке цветочки. Ну посмотрим. А я пришла еще за листочками, конечно же. Нужно же чай заварить, правильно? Правильно. Сейчас нарвем листочков. Вот до листочков тоже у меня никак руки не доходят. Ну вот так вот. Не получается. Не получается. Сельдерей распушился. Вот. Сейчас нарвем мяты. Мяты. Хоп. Хоп. Вот. Люблю чай с мятой. Мелиска вот только у меня маленькая. Еще вот маленькая. Еще маленькая. Ну ничего. Пусть растет. Так. Ну как всегда тархуничку. Тархуночку нарвем. Вот. И штучки. 3 календулы. Нарвем. Ну и все, пойдем заваривать чай. Чубайс отдыхает. Да, покушал. Теперь греется на солнышке. Да. Пока солнышко не такое жаркое. У меня сегодня хлеб, и я сделала закваску. Хлеб же я пеку на закваске. Ну, а здесь закваску буду снова растить. Вот так у меня осталось в баночках. Я буду снова растить ее, наращивать. Ну, а здесь подкормила, и вот сейчас она пусть работает. А у меня сегодня вот такие котлеты из рыбной консервы. Ставлю в духовку. Вот такие котлеты
из рыбной консервы у меня получились. Я сегодня оборвала всю редьку. Это вот зеленая редька. А это вот розовая, которая, это белая редька. Типа того. Все оборвала, потому что она, во-первых, пошла в стрелку. Но я ее оставляла как эксперимент. Ее сразу изначально поела черная обложка. И сегодня она меня замучила этой черной обложкой, всю меня облепила, пока я ее срубала. Вернее, вырывала и потом, ну, обстригала. В общем, как-то так. Ну, ничего, это я помыла. Сейчас она, да, сохнет. И я ее уберу в холодильник. И будем есть. Вот такой хлебушек у меня получился. У него нет высокой шапочки. Если нужна шапочка, то просто гуще замешивается тесто. Вот. А так он румяный и очень вкусный. Ну вот так, друзья. А на этом я буду заканчивать сегодня свое видео. Всего вам доброго. До новых встреч!